Здорово, дорогие друзья! 28 июня, город Ногинск. Не число 28 июня сегодня. Сегодня июль уже, ядрёно. Улица называется 28 июня, город Ногинск. Установлена на улице той палатка с шаурмой. На нее будем сейчас обзор долбить. Вперед, поехали! Итак, друзья, аж три вида представлено. У него там сырный лаваш, обычный лаваш, пита. Чё почём? Обычный лаваш 130, сырный лаваш 130, а в пите? А в пите 130. Давай в пите. В пите нету, брат, ядрёный. Давай тогда сырный. Сырный есть? Сырный есть. Давай. На нее сегодня у нас обзор. Конечно, нашлись уважаемые зрители, которые сказали мощно: нахрена такая рубрика «Шаурма разногородняя», ведь одно и то же кажешь практически в каждом уж видеоролике. Но насупротив тем нашлось масса уважаемых зрителей, которые сверх на голову отписались, мол, давай побольше разногородних шаурм, а то в нашем городе, может, окажешься, там отведаешь шаурмочки нашей. В общем, так я подвел статистику, все-таки рубрика нужна, оттого она и продолжаясь существует. Сырный лаваш, друзья, совсем мы не видим пропеченных полосочек, да, здесь хоть под прессом и лежало, но недолго. И при этом лаваш грубый, но у него у самого по себе структура такая. У нас есть обзор сравнения, да, мы выяснили то, что одновкусные, в принципе, они, что обычный лаваш, что сырный, но вот этот поплотнее. Оттого, может быть, его нужно и подольше поддержать, там, в прессе, в шаурмичном. Но если подольше поддержать, то он просто превратится в сухарь, друзья. Однопакетирован, но я сейчас обману того шаурмиста и использую пакет, в который он мне положил шаурмочку, как второй, дополнительный, потому что прорвет, боюсь, прорвет, ядрёнец. Как дополнительное оборудование у нас кока-колочка, шаурма 130, кока-колочка 60-рублевница, промочим рецептора поначалу. Итак, мы начинаем обзор, если вы кушаете, приятного аппетита и вперед поехали. Сырный лаваш, это мой антураж. Какие же тайны хранит в себе пеленочка оранжевого цвета под названием лаваш? Друзья, свежая огурка представлена. Очень-очень-очень мелко порезана капуста. Очень мелко порезана капуста. Ну, каждый раз говорю, да, то, что неприлично тыкать в камеру, да, откусанным. А как еще вы отвизуализируетесь, друзья? Как еще, как? Ее разверни, потом не соберешь. Так, мелкими кубиками нарезана у нас курочка. Два вида соуса представлено. Первый такой аджикообразненький, такой что-то он остренький, его чувствуется. Ну и белый традиционный шаурмичный соус. Так, пока больше ничего я тут... А, морковонька тоже представлена. Угу. Так, пока вот так. Так, пока вот так. Хотел сказать, что какая первая чистенькая шаурма в жизни попалась мне, но нет, под конец начала мудрить. Видите, налила сколько соусу, поэтому всегда используйте двойное пакетирование. Хорошо, пакет крепкий, прорвался бы, горе не оберешься. Друзья, вы сейчас, наверное, удивитесь. Блин, закроешь, душно, откроешь, шумно. Но мне в этой шаурме не хватило соли, реально. Такое ощущение, вообще не соленое, ничего, ни мяса, да, по идее, оно должно быть такое мариновенькое, подсолененькое слегка.
Елки, это же прямо она пресная-пресная. Вообще соли нету. Вообще, как будто бы ноль. Да, я люблю посолоней. И может быть она и соленая, подсоленная. Но мне кажется, что соли нету по моим рецепторам. А, в купе своем неплохая шаурма. 130 рублевница. Ну, ни шатка, ни валка, просто обычная, да, без изюминок. По ингредиентам отчитался, больше в плюс я ничего не нашел, ни лучиндрика дополнительного. В общем, простоингредиентная, обычная нажористая шаурма. Что о ней сказать еще? Ничего не скажешь, ну, ставлю я четверочку ей, да, ну, тверденькую, нормальная. Тухлячком второплановым не отдает, ни соус, ни мясо. Овощи вроде бы свежие. Капусточка очень хаотично порезана, но это и приятно, да, она, то есть, быстренько проходит. Нормально, в общем. Обычная нажористая шаурма. Кто живет в городе Ногинск, большой привет, респекторный, дорогие друзья. Мне понравился ваш город, но дороги бы, конечно, я бы подлечил. Дороги ядреные. Хорошо, хоть Лада моя приспособлена к российским дорогам. Ну а мы смотрим город Ногинск, друзья. Подписываемся также на канал и устанавливаем лайчонки от души.